О, бой. Валик, ты суши будешь? У меня суши остались еще. Вчерашние, заболел, и из-за сыра у меня сопли, не хочу их есть. А где камера? Да, чувак, сегодня снимать не будем, настроения нет. Как не будем снимать? Только что Машу подвозил к универу, она забыла его ноут, а я не Wi-Fi установил на ее ноут, потому что... Что такое не Wi-Fi? Ну, это прога, которая следит за... за то, что ты делаешь там на ноуте. И что, ну, типа, то есть скрытно или как? Да, скрытно. У меня батя просто за рабочими так следил, я знаю, очень хорошая прога. Но в итоге она сидит на сайте знакомств с кем-то. На нашем сайте знакомств? Да. Да ладно. Ты же с ней уже 3 года, пошли, больше 3 лет. Пошли, я покажу. Не, ну даже если Маша сидит на сайте знакомств, ты настолько расстроился, что мы Game of Bike пацанов сейчас не пойдем снимать или что? Ну, здесь есть весь функционал в переписке и так дальше. Я могу тебе сейчас открыть, показать, ты офигеешь просто. Не, я понимаю, но нам нужно же снять влог, поехать сейчас. Что-то настроения настолько нет, что влог впадло снимать. Я не хочу снимать сейчас. Ну ладно, пошли покажешь, я на GoPro ну, так скажи, засниму. Скажи, что ты об этом думаешь? Я просто в шоке. Ну, я, если честно... Никогда за Таней не следил, когда мы встречались, потому что я ей доверяю. Ты реально веришь в это? Что она... Может, это кто-то другой за ее компом сидел? Стик. Вот. Следит. Подожди. Останавливаем слежение, потому что оно в скрытном режиме следило, да? А. И вот берем отчеты. То есть ты скрываешь, не видно программы? Или как? Нет, вообще ноут работает, а программа да, отдельно работает и ничего. Отчет по категориям. И вот выбираем последний. Положи на стол. Последнее слежение. Вот, буквально, что она делала. Загружала. Это жесть, следит за тупо за девушкой. Это капец, Валик скатился. Оператор скатился, следит за своей девушкой. И что здесь, скриншоты, посещенные сайты, установлены? Все можешь смотреть на компьютере? Да, вот, установлены программы, системы, пароли. И вот, установлены посещенные сайты, посмотри. Сайт знакомств, знакомства. Топ сайтов знакомств. Типа, это пипец, у нас... Это сегодня? Она... Да, это сегодня, вот за 10 минут перед учебой я ее забрал, она перед этим сидела. Ё-моё, и что, будешь предъявлять ей, что ли? Ну, будут разборки, когда с учебой освободится. Скорее, Маша разберется еще с тобой за это, я думаю, за то, что следишь. В скрытый режим можно войти, хлоп. Все. Программка работает. И теперь включается, и все, следит. Ну, мне можешь не показывать, мне программа не нужна, я даже если будет девушка следить за ней, не буду. Бесплатно скачал, все бесплатно. Видите, у меня оператор такой, то ему дождь идет, то настроение нет. Ну, я понимаю тебя, Валик. А ты там программу ее не видно, и удалишь, чтобы она не увидела, то она разоблачит тебя. Ну, там, когда устанавливаешь ярлычки, что она везде скрыта, и все. Да, я понял. Ну, хорошо, тогда что, Машу забираешь с универа? Давай я тогда поеду попозже, влог сниму, давай сейчас разборки твои с Машей снимем. Будет контент, топ, хайпанем. Разве что ты заныкаешься в багажнике, чтобы она не видела. Серьезно? То она видит меня в багажнике. Может, здесь домой ее отсюда, скажешь, что ты у меня, пусть придет. Привет, что ты в универе? Да. Я тут Миши зашел. Можешь сюда подойти? Ну да, вот через 30 нормально. Да, давай жду. Все, у нас тут разборки будут сейчас. Называем канал Саша Шапик. Все, Маша пришла, Маша, быстрее. Сейчас будет нас. Привет, Маш. Да ничего, я монтирую, в больницу скоро едем. Шмотки, кстати, уже почти готовы. Привет. Класс, что там с принтом? Новый принт будет. Валик, дай покажу подписчикам. Короче, розовенький, такой квадратиком будет, классический, розовенький, будет писать жесть, Team и там Science 2008. Круто получилось. Кстати, кто не знает, Маша продает шмотки, Валик мне помогает производить, так что можете сразу подписаться на моих сотрудников. У мене питання до тебе таке. Давай. Я тут на твоєму компі. Нащо ти відкривав мій комп'ютер? Мені було цікаво, чим ти займаєшся, що ти дивишся на комп'ютері.
компьютере, и вот я программку одну установил, и... Какие MLSpy, Валик? Це програма, і тут є всі переписки твої, посещений сайт, і ти нормальний взагалі? І глянь, сайт знайомств. Валік, ти нормальний? Зачем ти це устанавливав на мій комп'ютер? Ти мені не довіряєш? Ну, довіряй, но проверяй, я вот що сейчас проверяй? Бачу. Що проверяй? Ти в мене сайт перед... Міш, зачем ти це знімаєш? Ладно. Це мій брат сидів, мій брат зараз користується цим ноутбуком, блін, а не я. Коли ти останній раз бачив, щоб я сиділа за комп'ютером? Тобі відкрити сайт показати? Валік, блін, ну ти нормальний? Зачем ти це робиш? Піздець мені, блін. Ну все. Я говорил, не нужно проверять. Да, пипец. Бра. Ну, не нужно было проверять, нужно было так поговорить. Ну, откуда я знал? Без проги я бы не узнал, что есть сайт. Почему ты не кушаешь? У тебя же тут корм хороший, вот, я ему беру с максимальным количеством мяса, это такой дешевый, взял один раз для разнообразия. Сид, кушай, вот же ж есть. А я себе в свою очередь взял только что суши, я не ем рыбу, поэтому суши сырные постоянно беру. Моя любимая Tamago Mazdam, не хотел рекламировать, ну ладно, фиг с ним. Вот беру Tamago Mazdam, вчера камамбер тост с Макдональдса с картошкой фри, мыло цея. Нью-Йорк стрит пицца, кальцоны себе брал с сыром, Колян тут заходил, безалкогольное пиво. И ну что ты хочешь? Стику, кстати, суши давал, он как-то съел вот этот ролл, а потом выблевал вот эту шкурку, не зашло ему. Как видно, я даже не разулся, времени нет, я быстро сейчас напихаюсь и сразу же еду дальше снимать влоги, а ночью вечером я монтирую, поэтому готовить, убирать, такое все, времени у меня нет. Ну, приоритет расставляю так, чтобы больше максимально влогов наснимать. Очень много сыра, очень вкусные. Алло? Мишанька, що ти там? Нічого, ти що? Ну нічого, кохаю. Коротше, дивися, знаєш, я думаю. Що? Думаю, таке є для душа, шампунь. Може щось дорожче подарити? Все-таки нічого не дари. Ну, наприклад, на яку суму? Ну, на тисячі дві-три хоча б. Ого, на чого собі? Бай-бай, бурес. Народ, помиліш. Ну? Я думаю, можна дати гроші лучше на море якесь. Купити путівку на море, да? І в Карпати чи на море, правда? Можна на море, так і дивися. Коротше, там десь Ванька має збиратися. Що буде, за що не буде, за що, а я їй скажу, місок тобі дасть. Хорошо, то все, коротше, завтра дарю квіти шампунь, а потім путівку на море, коли вона буде їхати гроші, да, їду? Да, тоді я думаю, що так буде добре, бо я подумала. Окей, давай. Ну, що, пацани, знімаємо? Що знімаємо? Катання на велосипеді? Це як? Блядь. Попитку граємо. Так, у нас геймобайк. Денчик, да, Светик, да. И Устин. Погнали. А следующих два пацана не подписались на меня, поэтому я не буду их пиарить. Ну ладно, пиар. Ванейт, играешь ще? Скид. Що, Ванейт? Тут ще нарисовалось. Янков, ти граєш? Ні. Що, граємо? Єй! А, все, вибрали. Ми в Ванейті в одну попитку граємо. Перед останній. В одну? В одну? Чи? Може в дві. Ні, в одну, в одну, в одну, в одну. Граємо, коротше, я заказував. І один мологен. Да. Один мологен. А на останню букву дві попитки. Давай. Я заказую його по Ванейті. Читайте, пацаны, буквы сами, потому что мне надоело монтировать. Бэмс.
Денечка буква. Да. Бля, да я скажу, давай играем в две. Нет, не нормально. Следующий. Выносик, Денис. Я понимаю. Носбонг. Давай ты треху сразу попробуй. Давай. Носбонг треха? Через блок чи де? Да, да, да. О, вот это нормально. Всех по букве? Да. Серьезно, никто не пробует? Ебай, затащи. Светик, попробуй. Я такого не имею. Ты ж стритер. Более трех. Ладно, попану одну попыточку. На всего. Ну, а точно. I broke my back. Spinal. Жестко. Ну что, попробовал, пацаны. Главное в игре попробовать, не? Научиться. Научиться новый трюк. А не отказаться от буквы. Давай даблпэк на бэкфлип. Долго тебя ждала. Давайте. Долго-долго. А по треху на фандом. Пацаны, я придумал интересную игру сделать как. Да. Никто не думает о трюках, и когда приходит ваша очередь, вам дается 5 секунд на размышление трюка. То есть окей. Сразу говоришь, но после Светика уже. Ну, сейчас я по треху делаю. Давай. О, подскользнулся. Кто следующий? Не думаешь сразу трюк? Давай. Опа, есть. 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 Пустым? Пустым, ты ж лютый стритер. Кто следующий? 5 секунд. Кто следующий? Перший, Юстин. Ты. А, я, давайте, секунд. Короче, фейки з ОПА-бар. Давай. Єп. Ні, то я буду пробувати. Пробуй, Денч. Ладно. Можна просто ОПА-барчик пробувати? Ні. Что это за звук был? Кто следующий? Светик, ты? Сейчас на ходу просто без фейки попробую, по долгому делать. Давай, Светик, как делаешь? Ну попробуй. Бой! Круто. Ты не пробуешь? Нет. Давай, давай. Следующий. Тенчик. 5 секунд. 5, 4, 3, 2. Пэх, изи. А я в него пэх... А, в него пэх нема. Оу. Следующий. По фанбоксе Fibble Up Manual Scott. Угу. Ай. Фибл хард на тумбе. Не, ну я таки не считаю. Не, я таки не считаю. Ну ж сделал уже. Грязно, но сделал. Сделал? Ну, как бы. Ладно, я тоже скачу. Ну пусть он решает. Давайте проделаю. Давай-ка проделаем. Ага. Это я трака попробую. Трак. Это то же самое, что и Hard One Native. Ну, типа, мне пофиг, я могу сделать. Ну, если ты загадал 270 бар, ну, там даже 290. Смотри, какая футболка крутая. Как галстуки сидишь. Мышечную массу, чтобы выглядеть солиднее. Но регулярные тренировки и процесс долгий и изнурительный. А с помощью правильно подобранной одежды можно добиться быстрого эффекта. Что там, Денчик? Hard Manual One Native, потом.
I speak по тумбе. I speak по тумбе. Все, и тумбе. Да. Мануал по столу фонбокс. Буква встима. О, две буквы. Экстра шанс. Экстра? Да. Экстра? Да. Седик берет еще одну попытку. Не дотянул. Я тоже мулаген беру. Устин берет тоже мулик. Не доделали. Поскольку у вас букв? Да, у вас Устин по букве. Сколько у вас уже? Три. Ноузбонг. Три. Це. Что еще? Две. А не, у меня две. Мене. Пустым. Все было изи-ванетти. О, бой, стильно. Четыре, да? Бой. Все? Повылетали, пацаны, или нет? Ты была бы моя нужна. Ты на ванете загадывал? А, просто. Денчик Apple, человек. iPod звуки. Yeah, boy. Очень низко. Если не сделает, то Рома 4 буквы. Все, кто остался? Светик и Денчик. Опа, Фибл, 180. Half-cap man 03. Opel Fibble, Vanetti, Half-Cap Man, all трех. Ебой! Давай Opel Double Pack в ту сторону парели, Vanetti, Full-Cap. О, бой! Денчик, 3 секунды, 2 секунды, 1. То же самое. Нужно было делать, чё ты? Я помешал? Half-cap куда? Half-cap. Денчик, подъезжай до мене. Чтобы я за тобой не бегал, то у меня штаны спадают. Ремняни. Давай, Светик, мануал вверх. И алиуп в анейте. У нас новый скейт-парк. Ребята прокачали, очень скользкий. Как тебе скользкий скейт-парк? Нормальный? Вообще отчет. Ну, лучше, чем было, да, с дыркой? Ну. Half-cap скат, manual, ванетти на плашмяк. Угу. Бэм! Сколько букв? Три. А, еще одна. Ебой. Давай еще раз. Еще раз? Давай.
Full cap на стол, full cap скат. Е-бой! Красиво было. Давай, Денчик! Пацаны, не материтесь, нас тысячи детей смотрят. Ай, поспешил. Четыре? Да. Все, Светик победил. Но это еще не заключительная победа. Заключительная победа будет завтра. Потому что завтра пацаны будут сражаться за деньги. Это получше. Ну. Денчик уже не будет, не будет поддаваться, наденет две пары очков, и все получится. Вот я снял сегодня очень крутой влог. Смотрите на первом канале, как я врывался в церковь на велике. И только что я приехал отдохнуть в скейт-парк и решил сразу же еще снять пацанов Game of Bike, пока я отдыхаю, и выложить этот влог на второй канал. Так что, ребята, извините, что я его выложил прям вот так вот, минимум нарезал, потому что времени нет, так как я занимаюсь... Мне в приоритетах мне монтировать нужно на первый канал, а если успевать на два канала, на второй уже менее успеваю монтировать, нарезать, так что извините, что тут простой монтажик. Но главное, чтобы что-нибудь выкладывать, я считаю, на второй канал и вас веселить. Надеюсь, вам понравился влог такого типа. Если вам подходит влоги такого типа, пишите об этом в комментах, я буду еще снимать такие и минимум нарезать, минимум тратить монтажа, потому что на основной канал я заморачиваюсь над монтажом, над одним влогом по 2-3 дня сижу, по 10 раз пересматриваю, помимо того, что урезаю, еще субтитры пишу, музыку ищу, музыку бывает еще полдня только, чтобы интересный трек был. Ну, короче, я заморачиваюсь сильно. Надеюсь, вам понравилось, я вас люблю, до скорых встреч, пока. И не забывайте, что завтра эти пацаны будут участвовать в трюках за деньги, будет большой бюджет, поэтому они будут кататься намного жестче, несколько раз жестче, лучше и круче. Денчик, да? Будет мясо? Наверное. Наверное? Чудо. Больше всего, что да. Только скажи честно, ты правду рассказал или нет? Не, ну серьезно. Да. Слово пацана. Він сказав, що Мішаня додік, я йому носа розбив.